Инициатором встреч является заместитель министра ЖКХ Московской области Анжела Пухова. Каждую неделю коммунальщики, судебные приставы, прокуратура, местные власти и представители правительства Московской области вместе пытаются решать общую для всего Подмосковья проблему долгов управляющих организаций перед ресурсоснабжающими предприятиями. На данный момент все управляющие компании разделены на группы. Это те, кто в данный момент работает на территории, и те, кто после процедуры лицензирования был вынужден оставить свой жилой фонд. Отдельным блоком выделены ТСЖ, у которых также имеются долги. Анжела Пухова отметила, что в вопросе погашения задолженности перед ресурсниками уже есть положительная динамика. Некоторые управляющие организации района начали платить по долгам. Главная задача властей на данный момент – еженедельно следить за развитием ситуации. Кроме того, на заседании обсудили планы погашения задолженности на 2016 год. Самое важное, что даны еще были сегодня акценты, это муниципальным образованием и именно их подведомственным организациям, МУПам. То есть это планы на 2016 год, это отчет первого квартала перед жителями за 2015 год. То есть сейчас очень большой объем работы нам необходимо совместно проделать.